Самые современные аппараты ИВЛ в подарок. Украинские медучреждения получили от Федерального министерства иностранных дел Германии оборудование для лечения пациентов с осложнениями после COVID-19. Всего таких аппаратов 18. Куда их распределили, знает Валерий Бакус. Это один из 18 современных аппаратов искусственной вентиляции легких, переданных украинским медикам немецкими дипломатами. За срок своей службы эти ИВЛ способны спасти жизни тысячам пациентов с осложнениями после COVID-19. Аппарат чувствует пациента, чувствует легкие пациента, подстраиваясь уже к потребностям и к функциональному состоянию легочной ткани. Поскольку у подавляющего большинства пациентов с тяжелым течением мы видим на рентгенограмме, на КТ, тотальное или субтотальное повреждение легких, и очень сложно подобрать режим вентиляции комфортный для пациента. Общая стоимость устройств 525 тысяч евро. Два из них останутся в столичных клиниках, остальные передадут в региональные больницы. В Киеве будет два заклада требуется, Александровская лекарня и 17-я лекарня, где мы сейчас перебываем, а также отримают Волинская лекарня, у Ковелі, СТМО, Перша міська лікарня у Вінниці, наприклад, у Маріуполі, у Житомирі і майже у розрізі кожного окремого регіону. Все переданные аппараты искусственной вентиляции легких введут в эксплуатацию через месяц. Представители компании-производителя проведут инструктаж медработников во всех клиниках, получивших новое ИВЛ. Напомню, Германия уже оказывала Украине помощь в борьбе с коронавирусом. В конце осени 20 подобных устройств были переданы в распоряжение главного военного клинического госпиталя в столице. Валерий Бакус, Александр Бугай, Киев, твой дом.